Сохранись, пожалуй. Тихо будет или громко? Деньги у них тырятся. Ну ты наглый. I better make a pass over here. Куда? Куда ты заглянешь? Citizens and visitors to our city. By order of the regent, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Осторожно, сейчас обратно пойдет этот, который. Ходил, да? Вот перед этим здесь. А, нет? Еще не он идет? Куда-то далеко ушел. Ну, тогда успеваем нормально. Кстати. Ага. Блокировано с другой стороны. О, очень нет. Плохо. Так близко и так далеко. Пыш-пыш-пыш. Быстрый пыш-пыш-пыш. Упс. Где я? Ты упал с ящика. Меня услышали. Ага. Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. Да что ж такое-то? Нет меня тут. Все, Саша. Тебя летит всякое. Ну ладно. Как мне с другой стороны-то попасть? Отсюда, наверное, как-то. Вон он, да, все, понял. Внизу общупан? Должен сказать. По-моему, я... нет, вот этот не обворован. Значит, этот не общупан. Citizens and visitors to our city, by order of the region. The curfew is now active. Still crying about that dice no game? Foot traffic is allowed across Caldwin's bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Ой. Да хватит грызть. Что у вас тут? Гады какие. За агрессивная рыба. Да ужас. Отъели там у тебя. Упс. Хорошо, ну а если просто вот отсюда? Эх. Нет? Не. Что такое? Ты где меня засек-то? Косой. Обидно то, что я не сохранился.
После того, как слазил вниз. Ну, кто тебе виноват? Кто-кто? Сейчас слазим и сохранимся. А, это он просто так говорит, загляну-ка туда. Citizens and visitors to our city. By order of the regent, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Сохраниться не забудь. Угу. Это я, что ли, что-то разбил? Чуть не случился перелет. Все, первая руна пошла. Я чувствую кости, оставшиеся в колоннах, и кровь под каменными плитами. При строительстве здесь умирали люди. Многие ищут на мосту утешения. Разоренные мужчины, покинутые жены, жертвы чумы, все прыгали отсюда. Истолченные руды, животные, склянки с загадочными жидкостями, все это и много другое необходимо ему для эксперимента. Воздух тяжелый, спертый. В нем еще висят частицы. Жители... А, это вообще другое. Соколов видит капитана у руля и Левиафана с бивнями. А что ты видишь в звездах? Что ты видишь? Я не живу, но и дара смерти мне не дано. А это старая кровь. Это повтор, да. Хорошо, нам надо туда. Здесь был какой-то рычаг, если я его нажму. А, понятно. Назад. А внизу такой штуки нет? Опа! Ничего не было. Освежился. Самое простое здесь проскакивать, видимо. Ага, сейчас мы тебя. Надеюсь, крысы до тебя тут не доберутся. Хотя нет, лежу тут. Я вышел отсюда, спустился вниз, а мог бы пройти насквозь к
прожектором. Ну давай к прожекторам. Туда еще как бы есть мысль сходить. Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew. А, понял. На дробы. Ридж. Тогда мы сходим сейчас туда. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Я чисто аккумулятор себе дорогу делаю. Угу. Кто-то засек? Да вроде нет. Чего ты взял? Звук какой-то был просто. Ну ладно. Ну я не поняла про какой-то звук. А, это плакальщик. Хороший амулет. Здоровый аппетит. Еда восстанавливает немного больше здоровья. Подожди, а это не было? Ну, может, еще? У тебя что-то такое было, да? Возможно, я с выносливостью путаю. А ну, может быть, я тоже, может, путаю с этим же. Ох, у нас 6 рун. А, все-таки мы выносливость 2 взяли, да? Ну, значит, лучше просто. Угу. Да, мне не надо. Я не пью ваше зелье. Ого, сотка. Потому что не успеваю, потому что мне это не надо. Надеюсь, они меня не услышат. Как я тут топаю. Это чума и комендантский час заодно. Как честному человеку выживать в такое время? Он на то, господин Пратчетт. Даже богатым людям вроде вас нужна городская стража. Бандиты режут глотки и громят дома. И вы хотите сказать, что лорд Редин напрасно ввел комендантский час? Зря вы меня провоцируете, офицер. И не нужно беспокоиться, я своей выгоды не упущу. Умный человек прорвется даже во время чумы. Известное дело, вон, Соколов живет преотлично. Все время какие-то диковины то приносят к нему, то уносят. Тут все на нем держится пока что. Да-да, диковинами вы называете препараты, вонючие, что ведьмин зад. Королевский лекарь не пропадет, пока не перейдет кому-нибудь дорогу. Саша, когда читает, иногда такие ударения ставят, я прям вообще не могу. А по-другому никак не успеешь. За этими быстрыми диалогами.
пока сообразишь, что там написано. Я даже не понимаю сейчас, о чем ты на самом деле. Здесь что-то есть. Ух ты. А не я монтирую эту игру. Потому что я не узнаю, видимо. Ну, ты там говорил один из примеров в полноте. Он говорит, полноте. А я что сказал? Полноте. Ну, я на скорость читал, знаешь. Ну, я и говорю, иногда так смешно получается. Ну, там еще разное. Что он там так и будет стоять? Вроде он там руки убрал от груди, может пойдет куда-то. Я пока вниз схожу. Ну хорошо. Две руны, что ли, получается? Повторяется. Ты случайно нажал. Он ходит, смотри-ка. Встаешь? А подожди, ты что был? Нет, тут я не был. Или похоже место? Что-то я уже запуталась. О, сейф. Остров Морли. Отрывок из книги по географии и культуре Морли. Говорят, по пестроте и переменчивости история Морли имеет схожесть с лоскутным одеялом, ежели сшить такое из тягов разных земель и платьев всех расцветок. Земля эта навеки укрыта от солнца толстой пеленой облаков. Деревья покрывает густой мох. Но жители Морли не падают духом и отличаются поразительным жизнелюбием. Морлийцы славятся любовью к хорошей еде и крепким напиткам. Видимо, тушеное и жареное мясо помогает им справиться с холодом и сыростью родных земель. Страна породила немало поэтов, музыкантов и философов, многие из которых вышли из самых низов. В Морли написано немало ученых-фолиантов, сложно дивных баллад. Морли – последний остров, вошедший в состав империи. Морлийский мятеж оставил глубокую рану в душе этих свободолюбивых гордых людей. Я тоже постоянно на морлицев перехожу, когда читаю про них.
Подсказка Пратчета. Помни, что истина скрыта в картинах. Путь к истине начинается на людных улицах. Иди, пока не увидишь китобойное судно на якоре. Когда будешь на месте, найди бойню, и истина откроется тебе. Подсказка для сейфа? Ага. Китобойное судно. Оно? Не помню. Я помню, что здесь где-то написано будет просто все. А, вот смотри, 7. А здесь есть какие-нибудь еще? Так там 3 пункта указано было. Я понимаю, да. Ну да, нам наверх, наверное, значит, идти. Или вниз. Сейчас посмотрим. А как вот к этому попасть? Где они там тусуются? А, ладно, это отдельное строение. Тогда потом. Ой. О, простите. Давай, поищем. Где еще? Ниже, наверное. Получается, что ли? Не-не-не. Вообще, вроде здесь должно быть. Вот тут давай посмотрим. Вот здесь вот. Нет? Вот оно, 4. 7, 3, 4. Или 4. 4. 3, 7. 3, 7, да. Там надо смотреть, надо в каком порядке написано. Да сейчас так справимся. Наоборот. Ага. А? Мы что-то напутали? Так надо, говорю, смотреть в каком порядке. Не обязательно же в этом порядке, в котором мы посмотрели на картины. Ну да, точно, там же их там комбинация-то, 3 пункта, да. Да-да-да. Я почему-то, да, об этом я не подумал. Где там у нас подсказка-то была? В заметках, вот она. Людные улицы, город, первые. Судно. Судно потом. И бойня. То есть, получается, 4. Китобойное судно это было 7, да? 4, 7, 3. Давай его уже уложим куда-нибудь, пока он тебя не видел. Давай. Ходит, тот мешается. О, кроватка. Отлично. Но ты его прям об тумбочку башкой. Я ничего не знаю. Я нажал положить. Что ты там говоришь? 4, 7, 3. Ну, вроде так. Да. Саше понравилась идея с заметанием следов. Да. Где-то здесь еще что-то должно быть. А это нифига не здесь, это дальше. Я бы сказал, даже сильно дальше. Ну, в этом здании мы все забрали. Можно, наверное, там в соседнем. Видишь, папа, я учусь. Видишь, как я учусь? Что? Не знаю, не смотрела. Я пыталась понять, что он делает. Кто это? Ну, кто-то вообще.
непонятный. А за ним вход какой-нибудь есть? В дом? Да, там есть вход. Руна где-то здесь. А, вот как раз там, наверное, понятно. Есть. Видимо, придется его тоже приголубить. А, он ушел. Тебе бы лишь бы кого-нибудь приголубить. Ну а чего, пусть все спят. Вот так вот. А так придушил, положил. Он спит, ты спокойно все делаешь. Несчастный случай. Шел по улице, подскользнулся, упал. Закрытый перелом. Ладно, посижу. О, что он сейчас кричать будет? Видишь, папа, я учусь. Видишь, как я научился? Я все учу. Мне все дороги открыты. Здесь кнопки пнуть нет, чтобы вот в таких ситуациях можно было просто отправить полет. Тебе нельзя. Ну, мне нельзя, но вообще-то почему бы нет? Первая тетрадь дневника. Почему тетрадь? Лист, наверное. Страница. Страница даже, да. 19-е. Нет, подожди, но может быть у него этих тетрадей несколько. Не знаю, мы вообще один листик взяли. Условности, в общем. Одну исписал, другую начал там. Как-нибудь так. 19 число месяца Семен. Что же мне делать? Она ушла и забрала вещи. Вернулась к родным, будто это поможет. Чума заберет всех нас. 3 число месяца Сетей. Я нанялся на китобойное судно. Уеду отсюда. Подыщу себе местечко где-нибудь в Тивии, на севере. Там такие холодные зимы, что крысы не выживают. Вот и чумы нет. 28 число месяца Сетей. В последний день месяца фортуна мне улыбнулась. Я кое-что нашел. Блестящая и очень старая вещь. Похожа на китовую кость, а она, как известно, приносит удачу. Ну, к слову, Dark Messiah сделана этими же ребятами, да, по-моему, которые сделали Dishonored. Вообще хотелось бы поиграть, да. Вторая тетрадь. Слушай. 6 число месяца дождя. Я жду кузена Эмиля. Он принесет птицу, и мы ее зажарим. Надо узнать, открыты ли какие-нибудь лавки. Может, удастся купить яблоко или картошки. 10 число месяца дождя. Сначала я хранил резную китовую кость на полке, но там ее было плохо видно, и я сделал как бы подставку. Эта вещица так славно мерцает при свете свечи. 15 число месяца дождя. Иногда она мне снится. Во снах она звучит как ветер, дующий через разбитое окно. Иногда этот ветер похож на голос. Я должен был уйти в море, но слишком поздно спохватился, я опоздал на несколько дней. По идее, мы читаем в обратном порядке. А мы первую страницу еще найдем? Да, найдем. А, нет, это третья. А, так стоп, мы читаем в нужном порядке. А, ну хорошо. А то я привык в обратном порядке читать. Третья тетрадь. 18 число месяца дождя. Пришел кузен. Но мы подрались из-за нее. Когда я вошел в комнату, он вертел ее в руках. Я вспылил, и мы подрались. Теперь мне стыдно. 26 число. Он все еще сидит в углу, за свечами. Он же вор. 2 число. Как он пронюхал, что она у меня? Пришел якобы в гости. Грязная уловка. Вдруг он кому-то проболтался. Моя прелесть. 7 число месяца ветра. Коридоры перекрыты. Теперь никто не войдет. 11 число месяца ветра. Стража увела моих соседей, у кого-то в доме нашлась крысиная чума. Все ушли. Она обещает защитить меня. Каждую ночь обещает. Ух ты. Реки меняют русло медленно,
долгие годы, но рано или поздно все мосты рушатся. 1000 лет назад на этом месте стоял другой город. Жители резали руны на китовые кости и отмечали их моим знаком. Дети до сих пор находят их в речном иле. Антон Соколов досконально изучил мои руны, но он обычный человек, в отличие от тебя. Он не был избран, на нем нет моего знака, поэтому он не откроет секреты рун. Соколов считает, что сможет вызвать меня специальными словами и ритуалами. Он ищет в древних храмах Мандусии, в разрушенных катакомбах затопленного квартала, проводит мерзкие обряды под старым аббатством. Но если он действительно жаждет встречи, для начала ему придется стать чуть менее занудным. Алтарь такой соорудил. Соорудил. Чужой ходит среди нас? Что-то вроде такого, да? Если я правильно. Совсем крышу снесло у человека. Members of the watch. We are now under high alert. Stay alert. Detain any suspicious person on site.